И всем привет! С вами Низи Рамос, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4. В прошлой серии мы сохранились около торговца, которому выделили вообще отдельное помещение. Кстати, у меня там ничего не пропущено. Вроде нет. Ну вот сейчас я прошлую серию закончил на такой довольно-таки на таком неожиданном моменте, потому что вроде короткая серия получилась. Но просто сейчас будет момент довольно-таки такой длинный. Закрыто. На этой двери установлен надежный замок. По всей стороне двери есть рычаги. Нужно попробовать. Готово. Взломали вообще хакера. Серьезно? Из трех ящиков только в одном что-то было? Да вы угораете. О, винтовка, патроны. Патроны, винтовки, винтовки, патроны. Еще один ящик. О, лекарства, это шикарно. Пока мы все-таки по лекарствам уходим в плюс, чем в минус. Просто профессиональный водитель бульдозера. Зачем решил ждать, пока дверь откроется? Возьми шарахни по ней и все. Воу-воу-воу, мужики, мужики, вы чё? Подумаешь, мы угнали ваш бульдозер. Отлично. Заходите, мужики. Всем рад. Промазал. Опа-опа. Успел. Психанул. По-моему, сейчас этот грузовик еще оживет. Да. В принципе, по-моему, я зря в него так много стрелял. Он бы не ожил так хорошо. Какая-то система безопасности сработала. Нам, очевидно, нужно пойти ее... И пойти ее и разбезопасить. А? Нет, тоже ничего нет. Ну нет, так нет. Я тоже могу такие звуки сделать. Надо, кстати, перезарядиться. Погодите. Этот звук. Это кто-то кашель там посмел направиться. А нет, это ко мне идут вроде. Дебилушки, а? Думали, я просто так дам им подойти к кашле.
Элли, там зависли, чё? Лифт включился, надо поспешить. Поспешить, конечно, нужно. Ну, а здесь сошли ори, если что. То я не всегда замечаю, когда они к тебе нападают. Да чтоб вас. У меня же там куча вещей было. Чё на вас? Нам, конечно, так, таким образом просто чекпоинт дали. Что на самом деле весьма полезно, потому что тут будет один момент, на котором можно спокойненько сдохнуть. Обалдеть, как высоко. Кстати, мы где по карте? А, ну да, нам осталось, кстати, немного проехать. Давай, давай, гони на них. К черту их. Еще где? Слежу за вами, гады. Что-то мне это не нравится. А нет, все норм. А, тут еще время есть. Прочные ворота. Где? Сдохни, дебила, кусок. Вроде приземлились. Этот бульдозер больше никуда не поедет. Очень хорошо, что выжили сами. Так разгромить его умудрились. Да, ТМПшечка кончается, к сожалению. Пистолета тоже не шибко много. Так, бульдозер. Так, новая карта. Новый участок карты. Ага, следующий. В куске комнаты есть сокровища. Еще денежка. Денежки, денежки. Еще что-то. Что это? А бумажка смотреть не хочешь, что она так явно выделяется? Не хочешь смотреть на него. Ай-яй-яй, Леон. Зеленый камень. Граната. Зажигалочка. Welcome. Давай я тебе продам пару зажигалок. Лучше страйкера аж до 12. Единиц огневой мощи. Шикарно. В принципе, покупать мне нечего вообще. Ну, экс. О, ну, идем. I can feel them growing ever so strongly inside you. Saddler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Ah!
It's already begun. Ну вот так вот просто нас взяли и увели Эшли. Кто бы мог подумать? Гениально. Ага, они пока тут, нам нужно их догонять. Серьезно? Прям так? Прям совсем так? Большая карта нас ждет. Ой, какая большая. Погодите, тут еще есть стрельбище. И нахрена оно? Мы уже все четыре прошли. Кто знает. Так тут 5000 валялось просто под лестницей. Там что-то валяется или нет? Нет. С другой стороны, под лестницей другие 5000 не валяются, к сожалению. Наш план. Из-за того агента мы потеряли нашего староста Мендеса и Рамона. Но мы продолжим выполнять план, несмотря ни на что. Должен отметить, что потеря моих людей, конечно, неприятна. Но с этим нужно смириться, чтобы идти дальше. Заменить потерянных людей будет очень непросто. Я должен быть очень осторожен в выборе, ведь у вас Логос отражает сознание своего носителя. Если мой выбор будет неправильным, они могут предать меня. Мне нужны люди, которые притянут меня в верность. Я хорошо усвоил этот урок, когда меня предал Сера. Постараюсь исключить подобные ошибки в дальнейшем. Это важно для нас сейчас, я никому не позволю стоять на моем пути. Так, стоп, я не посмотрел, где ближайшее сокровище. А, ну ближайшее сокровище, в принципе, не очень скоро. Сейчас у нас тут... вышибаем. Вау-вау-вау. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Saddler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah. We'll see. Таинственный незнакомец. С которым, очевидно, очень скоро начнем уже встречаться. Раз он нам так активно начали показывать. О! Ром уже. Куда пошел? Куда пошел психопат? О, здрасте, дверь он вышиб. Дебилоч. Дебилоч, иди сюда. Ясть. Спать. Зажигалку дал. Да вот умника, кусок. Зажигалочку мне дают. О. Ага, там кто-то есть. И снова пора переключать режим снайперской винтовки. Ах ты, чтоб тебе!
дебила такого. Кто еще? А какой-то дебил очень думает, что он самый умный. Опаньки. Кто бы сомневался. Думал, я с тобой не разделаюсь, да, гад? Он сомневался во мне. Посмотрите, куда же этот цветочек осталось. Шикарно. 1000 денег. Маловато. Ну, с снайперскими толком уже можно спокойно перезаряжать, мы ее перезарядить таким способом уже, к сожалению, не сможем. Печалька. Ой, тишина сразу. Слеповая. 3000. Все, серьезно. И это то, зачем я сюда шел? Что, я думал, 2 единицы каких-то патронов будет лежать. А не одна. Чертова единица. О, серьезно, сейчас этот чертов момент. Нет. Сейчас этот момент. Уберите меня отсюда. Сейчас этот момент будет. Воу. Это куда это? Не-не-не-не. Я что-то думал, сюда я по лестнице буду подниматься. Не так быстро. Не так быстро. Я еще тут не осмотрелся. А, ну тут, в принципе, ничего осмотреться. Ясненько. Значит, терроризируем лифт. Time, comrade. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Sample settler developed, that's all. Не успел. Печаль какая. Что-то надо тут очень быстро надо реагировать. Time, comrade. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Sample settler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy saddlers trusted me. Like you, I'm American.
You got her involved just for that? Да чтоб его. Так подал, поменяли кнопочку. Половину того, когда мне подсвечивалась желтая кнопочка, я нажимал все по синей кнопочке. О, тут чекпоинт есть. Чекпоинт в катсцене. Гениально. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Что-то явно нехорошее он затевает. Тут у нас ничего нет. На потолке там ничего не повесилось. Или в этих ящиках. Пока у нас тут поножовщина была. Ничего не пропустили. Вроде даже ничего. Забавно. Что-то в последнее время либо... Тут, в принципе, в игре стали меньше вещей делать, либо я их стал пропускать постоянно. Даже черт его поймет, а? Черт же ж его поймет. Либо я чайник, либо они чайники. Либо просто ни то, ни другое, а что-то вообще третье, чего я вообще не понимаю. И ну, вот эта заставка, конечно, была такая. Самая, пожалуй, жесткая. Из всех, что есть. Ага. И лазеры. Прямо из фильма. Не открывается. А-а-а.
Забавная система вообще безопасности. То есть тут, в этом помещении, где-то сокровищника лежит. Ну вот и она, кстати. По-моему, такая же, которая была в пещере, прямо после того, как мы вошли в главное здание в этой... В деревне самом... Почти в самом начале. О, изумруд. Сейчас нет времени на отдых. Забавно такая вещица. О, ну конечно же, мы едем вниз. А вниз это куда? Вниз это куда-то вниз. Где низко? Торговец тут? Тут умник такой. Трава, изумруд, шикарно, вообще вещи. Да, дробовик мне пока перезажить. Не резон. Записка УС-4. Хочу рассказать о том, что мне удалось узнать о Лас-Плагас. Существо Лас-Плагас имеет три свойства. Как я уже писал раньше, они обладают способностью управлять поведением своих хозяев. Второе. Они являются социальными организмами. Вернее, они не живут отдельно, но образуют идеальное гармоничное сообщество. Считается, что они обладают коллективным разумом. Подобный тип поведения можно увидеть у насекомых, таких как пчелы или муравьи. Но среди паразитических организмов он встречается редко. Возможно, Лас-Плагас заимствует поведение у других существ. Все еще пытаюсь узнать, связано ли это с их предыдущим свойством. Третье. Лас-Плагас обладает удивительной способностью к адаптации. Они могут уживаться со многими другими существами, очень быстро образуя с ними связь на основании симбиоза. Благодаря своим социальным особенностям, Лас-Плагас могут взаимодействовать с сознанием своих носителей, независимо от их вида. Должен признаться, что мой интерес к Лас-Плагасу увел меня далеко от главной цели, исследование деятельности секты Лос Иллюминанос. Даже на то, что Садлер собирался использовать результаты моих экспериментов для достижения каких-то своих целей, я не смог прекратить работу. В результате я вынужден нести ответственность за весь беспорядок на равне с ним. Теперь я вижу, что был неправ, но я не смогу помешать ему в одиночку. Как у нас там место еще есть вообще? На удивление даже еще есть. Ну, но снайперская винтовка у нас вообще закончилась, можно считать. Бах. Следующий момент, да, там будет своя потасовочка. Поэтому... Пойдем к тебе. К тебе, мужик. Бабочка. 70 тысяч. Обалдеть. Ну, киллер 7 это. В принципе. Не то, что мне нужно. Хотя давайте. Почему нет? Не думаю, что я буду бабочку улучшать в ближайшее время. Учитывая, что мне нужно. Именно этот прокачать. Значит, у нас в последнее время пошла мода на коротенькие серии, поэтому ну, давайте все-таки закончим, потому что следующий момент тоже такой напряженный будет. А сейчас я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео.